Доброго ФПС, господа, с вами снова я, Шус. Как и обещал, первый взгляд на, собственно, мод НЛЦ. Это такой хардкорный хардкор. Да, Сталкер вернулся, на что самом нужно, деле. Что нужно, Сталкер? Да, сейчас мы с тобой затрем. Надо паузу нажать. Но она не работает, блядь. Не, она работает. Прекрасно. Смысл такой, господа, что этот мод настолько хардкорен, что еще более хардкорен, чем Мизери. Я его проверил для начала сам. И действительно это так. Единственный минус, который мне бросился в глаза, это то, что камеру сильно шатает, и это практически не выключается. Даже консольный командный кам, оно не сработает. Типа, оно все еще будет качать. Видимо, это как-то залочено именно самим человеком, который сделал этот мод. И это вообще ужас просто. Болевать охота, но я надеюсь, что для первого взгляда ваш вестибулярный аппарат справится. Давайте я вам покажу, чем он мне, собственно, понравился. Я сам пробегал на него минут 10-15. И ебать, так страшно. Сохраняться может только на кострах, но я вам еще много чего покажу. Но в целом я его мало знаю, потому что я минут 30-15 в него наиграл. И сейчас начал новую игру, чтобы показать, что у меня есть. Итак, я проснулся, видел болотного доктора, пару слов им перекинулись. Короче, я ничего не помню, я меченый, это все. С той сталкером, я пришел. Ну, стою, что дальше? Слух прошел, Сидорович, заказали. Вот он попросил посмотреть за вами, сталкерами. Мало ли что. Сидорович, это кто? С луны упал, а? Ты же этот, мертвяк. Сидорович, это купчины местные, барыга, но с понятиями. Работенка подкинет, и с голоду не даст помереть. И советом поможет. Не за просто так, конечно, платить за все в этом мире нужно. Какой валюту он предпочитает? Фунты, доллары, рубли, гривны? Сам скажет, если настроение будет. Ну что хотел-то? Не знаю, муть меня. Доктор сказал, ты сюда, ведь вроде как я что-то должен. Ну да, должен. Если бы Сидор не заинтересовался живым мертвяком, то голодали бы твои кости, песики добрые. Так что будь благодарен ерепенцы, лады, и если что ценное захочешь сохранить, обращайся ко мне, постерегу. Ладно, давай. У меня, знаешь, что ценного? Кстати, есть комбинезон с самого начала, меня это тоже довольно-таки удивило. Подсумки, комбинезоны какие-то я взял. Даже журнальчик есть, кстати, сомнительного содержания. Как видите, комбинезон сталкера в ужасном состоянии, его бы подшить. Хабар принес. Да, подожди, объявление. Прошу всех сталкеров, хватит таскать всякие вонючие мутантские отбросы, уже весь склад провонял. Нужно будет, сам скажу, что нужно конкретно. Если увидите какого-то дебила, который пытается из себя строить великого купца, сообщите мне, я разберусь, что парят вам дерьмо, кого-нибудь век не отмойтесь. Возле тоннеля, который ведет темную долину, в последнее время засела группа охотников, они себя так называют. Вам лучше не связываться. Что-то подсказывает мне, что ребятки с буром снюхались. Негациант, Сидорович, негациант, блядь, ты смотри, как он себя называет. Здорово. Ну, ты как счастливчик, смотрю, на ногах уж держишься. Я и надеялся, думал, прибавится на нашем погосте еще один крест надписью «Неизвестный сталкер». Вам здоровье, в глазах иногда темно, а так вроде все нормально. Да, доктор очередное чудо створил. Рожу у тебя между нами девочками родная мать не узнает. Ну да ладно, салоне красоты, рыжего увидишь отблагодари. Если бы не он, ты бы хорошим обедом для слепышей был. Как звать тебя? Не знаю я. Ну, короче, меченым будешь, или просто меченой зоной. А зона на тебя понадела отметок не сосчитать. Меня Сидоровичем зови, торгую я здесь... Сталкером помогаю, потратился на тебя меченый, так что по-хорошему поработать бы нужно. Да я не против, могу огород скопать. Шуешь? Значит, на поправку пошел. Слаб ты пока, огороды копать там. Здесь зона, братан, у нас кордон, предбанник зоны, можно сказать. Не сильно опасно, но рот не раскрывай. Аномалии, артефакты, монолит. Здесь? Говорят, что-нибудь такие слова. Вроде припоминаю, артефакты, деньги за них. Точно, я эту самую суть ухватил. В общем, пока тебе простенькое задание, как выйдешь из бункера, поверни налево и поднимись на холмик. Мне Колян Голубь говорил, что видел какой-то блеск в тумане там. Может, артефакт, только радиация. Там чуток фонит. Сильно не задерживайся, голубь вон полез. Не полез, побоялся. Голубь побоялся. Ну, естественно, бля. Ну и хорошо, что побоялся, потому что он до сих пор живет и здравствует. Принесешь, мы поймем, можно ли с тобой дела иметь. У меня же нет ничего, как мне быть, если что случится. Ну что там может случиться? Болты у тебя есть, ну и еще нож хороший, вот на. Да ты хоть помнишь, что артефакты бьются? В смысле бьются? Стеклянные? Стеклянные. Глаза у тебя будут стеклянные, когда возьмешь без защитных средств артефакт. Ну да, стеклянные, насмешил. В общем, напомню, артефакт вещь странная. Особенная, не от мира сего, когда появляется энергия в нем темная, понимаешь? И когда человек берет такой свеженький артефакт, он может получить удар этой самой энергии. Иногда слабый, иногда серьезнее, иногда ноги протянуть можно. Смотри, мечный, если здоровьем слаб, лучше отлежись, мало ли. Ну ладно. Так. Удачной охоты, сталкер. Сталкер, да, это спасибо большое. Видите, система инвентарей по подсумкам работает. Я еще сам лично ее не успел оценить, но нож у меня вроде бы на месте. Вон, коробок спичек. Первое, да, что я говорил, первая особенность, что сохраняться можно только на кострах, поэтому давай сейчас быстренько сохранимся. Меня наградила зона вот этим вот костюмом, банкой тушенки, которую я уже сожрал. Проснулся я, между прочим, вот там, вот, сейчас покажу, это вот там, в предбанничке. Так, нет, даже я здесь проснулся, вот тут. Там можно поспать, если что. Ребята со мной сейчас не разговаривают. Мужик шел бы отсюда, не уезжаем, поможем. Ну, типа, они сейчас не доверяют, эти господа хорошие.
Новички проклятые, блядь, тоже мне нашлись умники. Мне сейчас уже никто не торгует, даже Сидросом торговать не будет на самом деле. Поэтому нужно вроде как добиться ее репутации их. Кстати, я до сих пор не добивался. Ну, то есть я попробовал, посмотрел, действительно отличается игра от того, что я видел, например, ты же. Вот видишь, его начинает покачивать конкретно так. Ну, это, конечно, не вот так, но все еще неприятно. Так. Тут я должен... О, вон плоть полетела. Средний разорв... Беру свои слова назад. Хотел сказать, не разорвало. Сохранить сейчас я уже не могу. Сами понимаете, а вон и медуза, кстати. Итак, давайте ее возьмем. Сейчас меня должно хорошенько так ебануть. Первый раз я аж усрался, блядь. Ну-ка. Караул. Хотя не сильно, вы знаете. В прошлый раз аж улетел. Так, давайте проверим, пока я в себя прихожу. Она у меня. Нет, она отскочила, видите. Нужно искать ее по новой, блядь. Радиация здесь, конечно, достаточно. Меня ебать угадала. Что аж в глазах потемнело. Куда она, сука, делась? Ебать, алло. Меченый, не хочешь прийти в себя? Не, меня пиздануло еще сильнее, чем в прошлый раз. В прошлый раз у меня так не потерялась башка. Вот он где-то здесь. Нет, это похоже на телепорт, если честно. Проверим. Ну, мы хуй его знает. Если что, потом можно будет в него прыгнуть, потому что фаначибы раньше я его тоже не замечал. Неужели здесь аномалии появляются случайно? В прошлый раз этого всего не было. Я что-то пропускаю? Я не вижу артефакта. Нифига себе, какой я включил. Я даже не знал, что так можно. Ну, а точно, чтобы посмотреть инвентарь, нужно заглянуть кое-куда. Может, у меня на какой-то контейнер положился? Я просто не в курсах. Сам я парень не местный. Только мне додышаться сейчас. Спички. В подсумках нихуя. Тут еда, вода. Не, надо его искать. Он куда-то пропал, ребят. Там кто-то опять загулял в аномалию. Жаль его очень. Вот он все еще здесь. Ну-ка, ты же меня не ебаешь. Ладно, меня не ебнул. Так, давайте теперь запрыгнем в телепорт, потому что вроде как весело. Где он? Где-то здесь был. Блядь, да, пиздатый телепорт. На тот свет нахуй телепортирует. Ползти, блядь. Ну, вот и телепортнулся, ребят. НЛЦ, добрый вечер. Не надо! Мама! О, вырвался, блядь! Давайте пока я бегу назад, я расскажу вам интересную историю за мой короткий геймплей, который я успел. Да. Вот. Это он, ребят, твой. Так вот, меня очень сильно разочаровывало то, что у меня было вообще никакого оружия. Тупо совершенно. Это было просто... Там плоти летают. Ну их... Не было ничего, был только нож. И я от каждых собак бегал там, от всех просто рвал когти, потому что ну его как бы нахуй, естественно, без оружия. С ножом там на кабанов лезть. Это тут так не работает. И тут я обратил внимание, после там 5-10 смертей от мутантов, что... Бля, сталкер бежал с дробовиком, от мутантов отстреливался. Я ничем не мог им помочь, но я как бы сыграли мои коршунские инстинкты. И я такой, о, с первого раза взял. Я такой, типа, бля, вот сейчас его кабаны накажут. Да кабаны его наказали. Я терпеливо в кустиках подождал, пока его сожрут окончательно. Это 5 минут они его хавали, таскали там. Потом они его отпустили, пошли дальше охотиться. Я подошел, и там у пацана был ПМ, 40 патронов на ПМ. И ТОС, ну правда на ТОС патронов вообще не было. И Седор их тоже не продавал. Я не знаю, может он их продавал, конечно, но я не дошел до торговли. Ну, я как бы нажимал торговать, и он просто... Ух ты, ебать, тут кусочки чьи-то. Давайте кусочки оставим тут. Вроде крови камня нет никаких. А то мало ли что из плоти там создастся. Так, меня радиация облучает. В этом моде тоже нужны контейнеры. Так что это страшно. Нужно бежать скорее, Сидру отдать, и пусть нахуй он сам разбирается. Тем более я подустал. Конкретно так. Но первый ПМ для меня был счастьем, пиздец просто. Я, наверное, все-таки немножко преуменьшил, я не 15. Так, к моему охуенскому сожалению, игра крашнула, когда я пришел сюда, и говорю, пассажир, открывай. Поэтому отныне ты мудила, не пассажир. Что нужно стало? Ты проходной, открывай. Блять, Сидор. Да, наши, держи. Так. Вернулся, где артефакт? Вот на что держишь стрелы-то? А, это медуза, так себе артефакт. Дешевый первый уровень, много радиоактивного, надеюсь, не в трусах нес. Как не в трусах? В них родимых, блядь. Хреновато мне. Видимо, тебя крепко башкой приложило. Первый уровень, значит, самый дешевый артефакт для новичков. Такие как медуза, кровь камня, ну и типа того. За них ты немного заработаешь.
Потом, как их довольно много попадается. Да и свойства аномальные, у них слабенькие. Второй уровень получше, ломать мясо с пышком, да. Есть третий уровень, но эти просто так не найдешь. Они в кожуре только попадаются. За них неплохо, нехило улам можно поднять. Ну ты пошевели зином, если сталкер все эти понятия должен понимать. Да, да, точно. А, артефакты пули отклоняют, вспомнил. Вспомнил, ну значит на поправку идешь, явно. Артефакты много свойств вообще имеют. Некоторые, как ты правильно сказал, от пуль помогают уберечься. Другие облегчают переносимый вес. Третьи прыгать дальше позволяют. Только для того, чтобы артефакт заработал, его нужно зарядом подстегнуть электрическим. Для этого пояса делают умельцы зонные. В таком поясе преобразователь стоит, который аккумулятора искру к артефакту подводит. Сколько же мне... артефактов носить одновременно всяк сам придумает. А, сколько... Ну, понятно, да, это как бы пояс. Что справа происходит? Кто там шрудит, блядь? Сетка для артефакта тоже вес имеет. Да и не всегда удобно, как балерина ходить, окруженная такой пачкой из сеток артефактных. Один, два, редко три, четыре сетки на поясе. Я же слышал, что один чутик шестью ходил. Нихуя себе. Да сожрали его монстры, ибо не оклюшится такого количества сеток повышенное. Пояс с сетками? А как его получить? О, он мне дал. Ну, сталкер, как правило, сам вяжет, но учитывая, что у тебя с головой, держи на неплохой поясок. Вот для аккумулятора отсека сюда артефакт ложи. Застегивай покрепче, может выжить, надеюсь. Габарит не тяжелый, однако спасибо. У тебя вообще планы есть, что делать? Возвращаться мне некуда. Кто я, не знаю. Доктор сказал, что нужно искать тех, кто может память мою оживить. Это да, только в зоне люди не живут долго. Поверь, я это знаю. Я думаю, тебе нужно к центру пробираться. Там в основном сейчас можно встретить тех, кто уже исходил эту зону вдоль и поперек. Может быть, ты там найдешь того, кто сможет ответить на твои вопросы. Видимо, так и придется. Для жизни в зоне много всякого нужно. Прежде всего, оружие. Хочешь заработать? Ну, давай. Аптечку дал, три бинта. Мне один сталкер-новичок тоже, блин, нашли кому поручить. В общем, курьер мне артефакт нес, но не донес. Прибежал в лагерь... бледненький, говорит, напала монстра куча, пришлось бросить контейнер тяжелый. Одно слово, неумеха. В общем, сходи, посмотри, тут недалеко. Артефакт вроде уникальный, да и хороший контейнер больших денег стоит. Только сильно не мешкай, тащи сразу, как найдешь, если принесешь, то так и быть, получишь себе ствол. Ну, я птичку с ментами дарю, мало ли. На кордоне возле заброшенного элеватора, скорее всего, поискать стоит. Где-то там оно точно, помнишь, как контейнер выглядит вот так, и картинку контейнера. Ладно, договорились. О, он торгует со мной, ебать. Ха, странно. Ладно, неважно, что ты не помнишь. Он на 5000 контейнеров для 8 артефактов. Что за бодягу ты мне приволок? Да погоди, добрый совет мой, бесплатно. Не задирай военных здешних. У нас тут негласный гор, мы их не трогаем, они нас. Усек? Ладно, хорошо. Нужды мне твои. Военные твои, мне больно, сдались. У меня нож есть. С ножом-то я, парень, хоть куда, блядь. Так, ну... и, господа, начинается полный пиздец, потому что это единственный костерок в ближайшей округе. Следующий будет аж на элеваторе. И мы сейчас пойдем искать этот контейнер. Боже. Да, хорошо там, где нас. Блять, хорошо там, где есть костры, родной. Здорово, не могу сейчас, понял, не дурак. Болтать не может волк со мной. Это все потому, что он меня не любит. Если говорить на чистоту, я знаю, где этот лежит контейнер, потому что я его уже приносил. Но на этом все. После этого я решил, что пора, блядь, пора подрубать запись и записывать вам этот первый взгляд. И, возможно, если всех прикольнет этот мод, они смогут поиграть в него сами. Вот там уже бегают кабаны, типа, и это ужасно, блядь. Кстати, надо бы... видите, как дергает уже? Смотрите, блядь, как шатает камеру. Ну-ка, давай-ка мы ее сейчас на ноль. Ну, она не сильно, правда, меняет. Может быть, немножко. Не, поменяла. Почему? По-моему, поменяла. Но это надолго обычно такого не хватает. Оно само сбрасывает почему-то. Уже начинает шатать. Так что без толку. Ну, видимо, придется с этим мириться в этой модификации. Нихуя себе, блядь, раньше такого не было. А кто это там у вас хуярит? А что это за мистер Дудец сидит? Йоу! Родной! Подъем! Ой, блядь, кабаны. В пизду. Они меня даже здесь на плитах доставали, блядь, очково. Ладно, все, не надо дурачиться, ребят. Надо сейчас быстренько забежать, посмотреть. А хуй бы тебя там шлепнули, блядь. Ой, блядь, нет, 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 нет. Да ну нахуй, ну ты чё, блядь? Кабанюка, блядь! Что делать? Караул! Хулиганы, блядь, зрение решают. А я знаю слабость их. У них есть одна слабость, я вам сейчас ее покажу, блядь. Методом пробы ошибок я ее узнал. Опа, блядь. Давай, братан, я в тебя верю. Мочи их, я быстро тут своими делами займусь. Я слышал, тут, блядь, можно вот эту хуйню разбивать. Ну-ка, давай-ка, блядь. Давай, там должно быть что-то. Патроны. Не закрывай, это крышкой животное. Я должен забрать их, блядь.
Ну, крышка сейчас должна... О, нормально. Во, патроны, слышишь? Ну-ка, давай-ка быстро глянем, что там у нас. Пока никто не видит, блядь. Там, по-моему, на ПМ еще патроны, если повезло. А, 41 патрон на ПМ. Теперь, слушай, нужен ПМ. Дело за малым. Бля, он порешал их, прикинь, без базара. Нет, боль-то какая, я не увидел, не заметил. Вот это ошибка, на самом деле. Огромная ошибка, теперь нужно вязаться бинтами. Так, минус бинтецкий. Ну, вроде, за эту ошибку зона меня простила. Так, что там, нужен нож, у меня есть. Отрезать часть мутанта, нихуя. Нихуя, даже на холодец копыт не получится намутить. Нифига, он тут кабанов распетлял. Слышишь, раньше этого сталкера здесь не было. Я тут такие пируэты выдавал, пока бегал. Дай бог ему здоровья. Тем временем меня радиация разъебывает, и я еле хожу, блядь. Интересно, почему я еле хожу? Перестал еле ходить. Нужен нож. Давайте быстро это сделаем. Бля, как радиация-то поебывает меня, слышь. Родной, ты кто? Эдик Пастырь. Тут уже нихуя мне не светит, при этом я теряю здоровье, при этом теряю довольно быстро из-за радиоактивного воздействия, потому что я не защищен совершенно никак от него. Но ну, как бы, загрузка это все-таки дело слабых. Пока буду жить. Буду жить. Справа очередной трамплин. Этот кордон, это боль просто. Как трусит камеру. При этом выносливости, блядь, дохуя. Вот вроде держится. Вот так, вот приятнее же. О, все, сбросилось тут же. Нахуя это делать, я не понимаю. Смотреть неприятно и играть неприятно. Ёбаный... Да идите вы на... Во-первых, я почему-то не... Меня, кстати, сейчас, блядь, разъебет на куски радиации. Она не сходит. Блядь, да идите вы нахуй! Ну, пизда. Ёбаные волки, блядь. На! Опа, рассосались, блядь. Ой, блядь, ёбаные тушканы, блядь. Караул! На, нахуй. Ну, двух с собой забрал, блядь, напоследок. Ёбаные тушканы. Так, давайте подальше от... Хотя придется все-таки со стороны остановки, но надеюсь, блядь, тушканы теперь будут ценить свою жизнь чуть больше, чем я. Сидите там у себя, и никто вас не тронет, все будет... Блядь, крыска напугала меня. Чуть не усерся. Так, вот тут можно развести еще один кастрик, если мне фартанет, конечно. О, братишка. Ну, они бегут сюда, блядь. Надо разжигать, пока есть время. Давай, нахуй, быстрее. Давай. Фу. Сука. Еще давай, блядь. Е-бой. Теперь нужно сделать сохранение. Отлично. Отлично. Ничего нет. Жалость-то какая. Так, теперь у нас есть как бы такая штука. Называется контейнер. Но... Один минус сталкера, про которого я вам рассказывал историю с дробовиком и ПМом, погиб тут. Поэтому я чувствовал себя королем ситуации, как вы можете догадаться, когда я искал этот контейнер. Но теперь-то мне придется, блядь, достаточно поуродоваться здесь. Пойду со стороны военных, чтобы, если что, к ним на хвост припасть. Типа, пацаны, защитите, пожалуйста, несчастного бедного сталкера. У меня только нож с собой. И тот для масла. И тот не режет. Крыска обычная, сука. Это вестник сатаны, блядь. Сейчас что-то произойдет страшное. Пацаны, если что, прикрываем, да? Договорились? Все. Где тут у нас? Надо его теперь очень плотно искать, этот контейнер. Как только он попадет мне в... Что это такое? Кустики. Это... Нет! Нет! Блядь, я его даже не слышал! Бэ. Давайте посмотрим, где контейнер. Его отсюда не видно. Где-то под кустом он там лежал. Ха-ха! Но я-то здесь. Меня-то просто так этими вашими штучками не пронять. У меня тут уже костер, кстати, погас. Сука. А спичек-то все? Нет. Жалость-то какая. Можно было бы наверх слазить, но там ничего нет, поверьте. Хотя черт его знает. Может, сейчас что-то и будет. Бля, вон контейнер лежит. Слышь? Чё-то я это... Здравствуйте, мистер контейнер. Это же вы? Я слышал, как собачки кавкают, но я думаю, они же не откусят мне яйца. Да, это мистер контейнер, действительно. А в прошлый раз он был там.
Ладно, не важно. Спишем на то, что мне повезло. Но теперь я сохраниться уже не смогу, скорее всего. Ибо костер-то погас. Но я очень надеюсь, что смогу. Ибо такая шара. Я прорву, если я сейчас подъеду и не смогу потом его найти на этом месте. Ну-ка, давай, пожалуйста, давай. Оп. Угу. Хер тебе врыло, сраный урод, говорит вот этот вот юноша. Как тебя зовут? Шурик, блядь, давай разжигай эту хуйню, чтобы пришел, все было, все горело, понял? Нашел, кстати, я у него этот. Чуть не забыл вам показать. Я думаю, вы успели некоторые почитать. Там КПК с клавиатурой присобаченной. Типа это электронная записная книжка, предел к самого смартфона, старого смартфона, удачная коммерческая придумка ремонтника Вергаса. Использовавшего смартфон. Ну, короче, там типа клавиатуру PDA прихуярил. Читал, что в этой модификации можно еще и PDA читать чужие. Так, да, точно, я помню, там всякие нехорошие тушканы обитают. Нужно держаться от них подальше. Ууу, щит. Бля, тушканы-то кинулись. Но меня-то уже там нет. Ха! Очередная победа человека, блядь, над фауной зоны. Глупые тушканы. Думают, может, могут перехитрить меня. Я сам кого хочешь перехитрю. Бля, контейнер весит 13 килограммов, как бы, блядь. Не пришлось мне его нахуй сбросить здесь, чтобы съебаться. Еще бы, конечно, сходить в сталкера того посмотреть. Может, у него реально что-нибудь появится, ПМ-очка какой-нибудь. Ну, просто радиации как ёбнет, так я и отъеду сразу, потому что у меня ничего нет против радиации пока что. Не, риск слишком велик. Вот видите, если бы я играл с сейвами, я бы сказал, да, сейчас засейвимся, пф, говно вопрос, пойдем посмотрим. А тут риск слишком велик. Я едва прусь с этим контейнером. Но Сидор сейчас мне должен ПМ. Это прям вообще без разговоров. Я ему плейбой потом впарю, а он мне должен еще патронов будет дать за него. И я стану не только повелителем тушканов, я стану повелителем всей зоны кордона с этим поэмом. Я когда пробовал первый раз, я его в сталкере нашел с дробовиком. Это было просто счастье. Так. Я не вижу ее, но я... Блять, слышу ее, охуеть. Зона шутки со мной играет. Аномалии прям передо мной появляются. Хуя сверло. Что сверлить будем, землю? Или это можно кому-то вставить? Так, все, понял, никому. О боже, я еле прусь. Слушай, а можно этот контейнер оставить себе? На сколько он артефактов? Я бы очень хотел глянуть. Ты на сколько артефактов, а? Контейнер. Контейнер на... Для одного артефакта, эх. Эх, там на 5 за 5 тысяч есть. Я бы его с удовольствием. Еще можно, нужно будет пояс, кстати, подключить. У меня аккумулятора на него нет. Интересно, как надолго хватит этот аккумулятор, потому что я не пробовал. Ну, короче, вот такое вот, господа. Такой вот хардыч. Руки трухает при стрельбе, пиздец. Проверено на себе. Сейчас я сдам этот артефакт, и начнется уже что-то новенькое для меня. Потому что этот путь я уже проходил. Сейчас я прошел его вместе с вами. Посмотрим, что нам волк расскажет сейчас. Здорово, знаю, что со мной не разговариваешь, лови болт. А я попал в тебя? Нихуя, он аномальный. Болты проходят сквозь него. О, тут же можно будет сохраниться у костра. Никогда еще не снил. Прям Dark Souls какой-то. А, сука, крыса, пошла в жопу. Я боюсь каждого шума. Волк, лови. Реакция, блядь, как у батона. Оп, игра сохранена. Все. Король вернулся, сучка, руки заняты. А сейчас. Вот у меня поясище. Пояс на один артефакт. Ну-ка, давай посмотрим. Пока отдохну, может потом быстрее ходить буду. Так. Ну вот, типа, это походу он, и вот сюда надо будет вставлять что-то. Потому что в прошлый раз я артефакт, когда взял, я смог его вставить сюда. Но он меня так облучил, что я сдох. Так что это похоже на пояс. Мне интересно, если его запитать, он будет все еще радиоактивный? Меня контейнер во сне сперли. Узнаю, кто, убью. Не я. Блять, еда. А, еда ушла, сука. Лошара.
Кривохатский. Мне уже, кстати, скоро кушать захочется. Бля, я ж только тушенки съел. Одна банка по сумасшедшему. Как ты думаешь, блядь? Открывай. Говно. Вернулся? Вернулся. Нашел вот контейнер. Артефакт, ты открой, посмотри, а то мало ли, может пусто там. А, открыть? Ну подожди, бля, открывать. А ты сам, сука, не можешь открыть? Ну давай посмотрим, что там. Это медуза, блядь. Челик, на, забирай. Нашел вот контейнер. Да, он жжется, газ, забирай скорее. Во. Ночная звезда это была? Нифига себе, извините, не узнал. О, ПМ, 80 патронов! Ух, ну что я могу сказать? Молодец ты вечно, держу от пистолета патронов к нему пару пасек, заработал честно, что только обварился, говоришь. Ну еще вот антирадик прими полегчает. Бля, спасибо. Благодарю, конечно, но стой, ты куда патроны закопихаешь? Пока достанешься, 10 раз порвут, подсумок есть у тебя, снаряди магазин и положи в подсумок, раз-два и перезаряжаешься. Я понял, да, что если дрыщ пистолет-то, не очень оружие, серьезное оружие. Да и у меня не красный крест. Если каждому за так хороший ствол отдавать буду, пойди к волку, он старший в лагере. Человечка он искал для поручения дома, может своло. Ну ладно, посмотрим, что за волк такой. Все, отныне новое. Так, подсумки снарядить надо. Это я знаю, потому что у меня уже был ПМ в руках. Что-то упало? Не дай бог, блядь. Не дай бог, сука, вы у меня тут что-то спиздили у меня что-то. Можно было наружу нажать, чтобы быстрее открыть рюкзак, походу. В следующий раз так и сделаю. Так. Ууу, да, сука, да. О, кстати, руки вообще не трусятся. Просто раструсились сильно. Так, что у нас по весу-то получается? Ну, вроде пока шевелюсь и хорошо. Ладно, давайте узнаем, что нужно волку. И сохранимся, естественно, бля. Сам бог велел у костра. Может, спичек было бы взять, но у меня денег нет. Вообще ничего нет сейчас. Жрать бы что найти, вообще было бы счастье. Говорят, в лагере новичков, если пошариться, можно что-нибудь найти. Ну. Нет! Не наигрался, ты смотри. Не наигрался, ты смотри, оно висело секунд 15 и отвисло потом в итоге. А вы с ним еще не разговариваете, парни? Да, жалость-то какая. Йоу! Здорово! Что тебе нужно, парень? Сыр сказал, ты нормальным оружием можешь помочь. Могу помочь, только смотаться нужно куда? Куда и зачем? Один из сталкеров внес мне важный документ, не буду говорить откуда. О, господи, у меня только ПМ, братан, в лабораторию идем. Откуда и от кого, уже совсем близко отсюда попал в аномалию, остался жив, но документа с ним не оказалось. Сам он пока передвигаться не может, я бы сам сходил, до ночков не могу одних оставить. Найдешь документы, я тебе автомат, вот нихуя. Это в подземном переходе под железкой, прямо на севере. И учти, меченый, мое слово здесь не последнее. Откажешься, трудно тебе будет с местным народом договориться. Смекаешь? Ну хорошо. Еще читал, что здесь репутация важна, капец. Только смотри, опасно, там курьер-то опытный сталкер, вот и попался внимательно. Ну ладно, все, хорошо, сделаю. Братка, тоже мне нашел проблему. Ты знаешь, кто я такой? Я, блядь, какие-то документы надо сохраниться. Ты разве только что не сохранялся? Нет. Эту игру смогла бы пройти даже моя бабка, если бы она сохранялась, сколько и ты. Вы теперь не сможете сказать такое, потому что сохранение только на кострах. О, сука, при стволе-то уже, блядь, как-то поувереннее себя ощущаешь? Что со мной? Блядь, что со мной? Какого хуя я так дышу тяжело? У меня противогаз есть какой-то или что это, блядь? Что происходит? Мне хуёво. Первый раз такое вижу. Бля, а там кастрик-то поджечь не получится сейчас. Я понял, кстати, о чем идет речь. Ну что, теми же путями сходить. У меня есть антирад, в принципе. Ну хотя на антирад, наверное, мне понадобится, чтобы там в аномальную зону какую-то лезть. Давайте не будем его пока тратить. Слушайте, я не знаю, что происходит. Давайте постоим, отдохнем. Может, меня отпустит. А то что-то вообще нихуя не здоровая тема. Да, вроде когда я отдыхаю, это, видимо, я дышу тяжело. Когда бегаю много, да. Раньше такого эффекта не было. Ну-ка. Как бы его выключить? Еще больше напрягает мой худ. А где челик, который с дробовика стрелял? Мне вот очень интересно. У меня к нему разговор, блядь. У меня к нему большой вопрос. Я так понимаю, туннель это где-то он... Тут должен быть. Насколько я помню. Сохраниться мне все равно не получится, поэтому у меня будет всего лишь один шанс пройти по аномалиям. Я, честно говоря, не помню, как они проходятся. Но вроде там что-то со временем связано. То есть, опа. А что это, листва сюда летит? А можно посмотреть? Ни звука, ничего.
Помнится, кстати, здесь радиация их хуярила. Ладно, неважно. Показалось. Пики точены. Слева, справа. Сами знаете, что... О, бля, не, ну это вообще не... Ну да ну нахуй. Не, ну вы, блядь, издеваетесь, что ли? Вы ничего не видели, я вас не знаю, вы меня не знаете, все. Бля, очень бы не хотелось сейчас встрять на этих собак. Крайне. Они как раз там что-то взъерепенились. Нужно быстренько вот до того туннеля. Там можно на тачку попробовать запрыгнуть и быть таковым. А то и пиздюлей им предложить. Они не откажутся, думаю. Так, сейчас мы быстро, уверенно. Так, ну-ка, быстро подышал. И пешочком пошел, в случае чего прибавлю. Со стволом в руках, естественно, наперевес. А хули вы думали? Когда целюсь, кстати, нет такого белого. Очень удобно. Белый это вообще, по-моему, лишний эффектик. О, все, она кинулась, блядь. Сука. Нет. Нахуй. 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 Ну и что? Сукина дочь, блядь. А если б ебало закинуть, ты выживешь, как ты думаешь, блядь? Не, въебало с одного раза. Все. Режим экономного сталкера включен, блядь. Там кто-то гавкает, сверху кто-то стоит, что ли, я не понял. Куда нахуй собрались? Ну-ка назад, блядь. Ну-ка назад. Я, сука, сейчас вашу, блядь, подругу разделаю. Нихуя нет. Жалость-то какая. Так, давайте пока посмотрим на аномалию. О, челик, ты как? Руки заняты. Да мы их освободим. Что это? Листок записи. Тут какая-то очень странная аномалия. Она передвигается. Я пытаюсь вычислить ее траекторию. Время перемещения проскочу, потому что под, для вояк под мостом нет ни утки, ни денег. А, ну да, вояки же денег. У меня тоже ни того, ни другого, потому что выбора нет. И мне сюда надо по заданию. А, так. Угу. Она сейчас сюда пере... Во. Да, все, я понял. Я понял. Тут, в принципе, несложно. Сейчас надо следить просто хорошенько. У меня права на ошибку сейчас нет. Вот сейчас можно сделать два шага вперед и остановиться срочно. Не думаю, что собаки сюда полезут. Замечательно. Три шага вперед и остановиться. Так, все, стоп. Этот дым нам как бы намекает. Типа, стой, сука. Вот, можно еще чуть дальше протянуть и тоже остановиться. Замечательно. Так. Ух, ебать, там артефакты. Это что? Всякая шняга. Бля, я бы его забрал на самом деле, но я это равномерно... Сейчас, секунду, блядь, что сейчас нормально. Это будет верная смерть, потому что у меня нет контейнера совершенно никакого. А так-то я с удовольствием, да. Давайте посмотрим, может, Сидр-Пидр контейнер не забрал, но вроде забирал. Да, забрал. Так, в таком случае подсумки. Нужно быстренько туда еще патронов закинуть. А то мало ли. Так, что, можно мне пойти? Блять. Не, да, можно, кстати. И еще чуть дальше. Ребята, тут... Чё? О, нифига, пассажир. Но вроде ничего нет, поэтому... Сейчас лучше не отставать и не вафлять. Я уже почти вышел. Назад я уже не смогу вернуться, это факт. Она идет в одну сторону. Это что за хуйня там ползает, блять? Тушканы, что ли? Блять, похож на тушканов. Сука! Так. Рыч! О, очередная победа человека над природой, блядь. Давай. По очереди, уроды. Бам. А если с присядки сейчас? Заебать. Пустой. Перезаряжаюсь. Благо патроны есть. Где еще? Почему? Что случилось, блядь? Мистер Тушканы, что произошло? В чем проблема? Все же было хорошо. Мы же нормально общались, блядь. Я не понимаю. Мне бы где-нибудь костер. Я не переживу, ебать, если еще раз придется идти, хуй знает откуда. Нужен нож. Их есть у меня. Ничего. Ничего. Ебаная сложность. На самом деле, открою вам тайну. Сложность здесь, похоже, что ни на что не решает. Я все еще выбрал новичка. Ну, типа, что это? Это так ультра-хардкор. Ебать! Не надо! Дядя Кабан, блядь, пожалуйста, не надо, я нахуй прошу вас. Стоп. Тупо стоп. Не вернулся, ты чё? В смысле, кто сказал стоп? Второй раунд. Назад сказал, ты рыло, блядь. Бля, как много он впитывает.
Ты... Я слышал, тебе, кстати, бляху надо хуярить. Ему уже хуёво. Давайте бляху как раз ему насадим. Какой волосатый. У меня в разгрузе, понцом как кончились пули. Чё, нет? Нету энергетики? Что-то не то нажал, что ли? Это очередная победа, блядь, человека над природой. Пошли посмотрим, что там было. Я уверен, у этого кабана калаш. А ну давай, блядь, где твой СКС? Нужен нож, блядь. Нихуя без ножа не отдает, еще живой, сука. У, сука, успел закопать где-то здесь. Вот тут у меня встал большой вопрос. Сейчас, секунду. Тысячи извинений. Нужно было долго прерваться. Так, и внезапно у меня встал вопрос, который не вставал ранее, блядь. Как я попаду назад? Радиацию хуярит, нихуя, где это я успел? Блядь, придется прямо сейчас применять антирадин, потому что мне похоже, что сейчас настанет пизда. Временно, конечно, ну что поделать. Водки у меня нет никакой. Бля, жалко, конечно. Ебать, что со мной? Алло? Я жив? Надеюсь, кушать захотелось. Ну ладно, радиация ушла и порядок. В принципе, меня это устраивает. Так, мне кажется, здесь раньше у нас обитали в какой-то части нейтрала, в какой-то части плоти, по-моему. В Лост-Альфе тут плоти были, точно. И как это я мог забыть? Так. Что-то я... Так, всем выйти с поднятыми руками или что там у вас, блядь? Бегает слева какая-то хуйня. Да, внутри что-то бегает. Жрать охота, ты смотри как. Так, в ваших интересах. Крыска забежала. Давай, крыса, ты разведчик. Есть там кто-нибудь? Чисто! Угу. Угу. У нас есть жертва. Ух ты, блядь. У нас есть жертва. И подозреваемый. Осмотрим жертву. Обшарим тело. Нихуя. Перейдем к подозреваемому. Не. 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 Не, сука. Да ебать, это что такое? Ты умрешь сегодня или нет? Я как охотник, вижу. Сколько им? Слышь? Это вообще не смешно. Она бессмертна, ребят. У нас тут внезапно проблема, блядь. Плоть бессмертна. Что будем делать? У вас есть идеи? Как победить бессмертное животное? Блядь, от этого я не ожидал. Это какой-то... Вот тут природа, наверное, все-таки победила человека. Бля, ну я так еще... Лишний раз, конечно, разрежусь, ладно. Ей удачи этой плоти, она бессмертна. Так, бля, жрать, если честно. Может, у военных попросить проход назад, они меня пропустят. Это что такое? Канистра? Канистра с бензином, нормально. Сколько весит? Проверим. А я могу бензином разжечь как-нибудь там, не знаю. 8 кило с канистрой. Я их утащу. Петрович. Если что, на пейджер скидывай. И другой сарай тоже бы по-хорошему проверить. Бля, ебать качает. Это, наверное, из-за того, что хавать охота. Все больше и больше качка. О, блядь. Приготовьтесь. Сейчас будет рок-н-ролл. Я еле хожу. Вот это да. Блядь, давай перезаряжай. Нахуй идите. А вы тоже бессмертные? Ай, блядь. Ай, боль. Пиздец. Я готов. Я труп. Все. Две плоти покарали меня. Не стоило туда ходить. С деревни идти, блядь. Парни, что есть? С кем там? Ты главный у них. Алло. Чего стоишь, сталкер?
Хочешь пройти? Иди да, сюда. Хочу. Говорить будем. Давай, не говори. Не отвали отсюда по-хорошему. Бля, я документы забрал. Подождите, слышь, служивый. Проблема тут. Да, забрал. О, кстати, вот что есть. Сейчас мы разрядим. А, можно, кстати, с двух пистолетов ходить хуярить. Это, наверное, круто. Но я все-таки с одним, пожалуй, справлюсь. Так, ну-ка. Он на тройку почему-то. Надо его переместить, наверное, на двойку. Опять я не нажимаю пушки. Хотя, о, кабан какой-то. А вас не паришь там, дикий кабан? Вам, сука, не страшно? Так, ну-ка, на двоечку. Он уже заряжен, судя по всему. А, да. Пройди. Да, я откажусь пройти. Жратва есть, то сидим как дурачки. А что нужно? Пару консерв или колбасы проходите. Бля, мужики, я бы и сам покушал так-то. Бля, ну там он кабан бегает, он мне ебало раскроет. У меня только нож да пистолет с глушителем. Парни, а может вам ебало начистить? Сколько вас? Не, это не, тоже не вариант. По крайней мере, пока костра нет рядом. А вот если будет костер, то можно ебало начистить и пройти. Попробовать. Давайте попробуем чуть дальше протянуть. Там явно есть костер. Ну туда ясно ходить смерть, там платей набежит. Без дробовика туда путь не закрыт с патронами. Ну, пока выносливость главное со мной. Бля, теперь как попасть назад в деревню, чтобы вернуть то, что есть? Мне автомат должны там. Мне обещали автомат. Наверное, дедовскую какую-то снарягу дадут. Здесь есть где кастрик развести? Я бы такой, что с удовольствием, вот честное слово. Нихуя, доктор! Доктор разжег костер. Бля, можно засейвиться, док? Бля, ты просто душка. Здорово. Здравствуй, как себя чувствуешь? Понял хоть что-то? Здравствуй, вроде нормально все, в голове пусто, как в высшем колодце. А что ты тут высматриваешь? Я жду старого товарища, он много ходил по зоне, много знает. Его молодежь по имени не зовет, проводником кличет. Обещал подойти, вот я и жду. Есть мысль одна, хочу проверить. Ну а ты попробуй в бар пойти, там опытных сталкеров поболее будет. Можешь увидишь кого, наполни твой колодец. Это на сервере, если не помнишь. Только будь осторожней, как говорится, 7 раз отмерен. На север? Блин, знакомая фраза, ладно попробуй. А, да, на север. До встречи. Слушай, а может поторгуем? Нет, Соня, да, я направлюсь. Двигай в пары, я думаю, другой дорогой не тянет. Не, есть, мне нужно назад, ты не поверишь. И у меня есть несколько вариантов решения этой проблемы. Как попасть назад? И первое из них это приебашить к хуям собачьим вояк. Они все-таки не мутанты, они же люди. Надо проверить в разгрузочке, у меня там нормально. Разгрузочка полная. Это у меня 28 патронов на раз, два, три. Ну, примерно на 5-6 вояк. Еще бы неплохо было на них плотей сагрить, это вообще было бы классно. Типа плоти бы кинулись на них, а я бы такой под шумок убрал кого-нибудь. Хотя, если сейчас все сработает как надо, я думаю, мы справимся и так. Но мне бы очень не хотелось, если честно. Не, пройти бы, походу. Я просто думаю, там радиация фонит, пиздец. Если подняться наверх, я помню, всегда тут радиация фонила. У меня антирад есть. Я его, по-моему, припас. Но, на самом деле, на черный день. Я в прошлый раз его использовал. Сейчас я с ним нормально обошелся. Да, он, кстати, там поднимался. Там уже фонило ебануться как. Сидор говорил, что у них уговор с военными, блядь. Те их не трогают, а мы их тоже, сука, не трогаем. Это хуево. Ладно, парни, давайте, блядь, договоримся. Раз, два. Этих двоих шлепаю, третьего как получится. И так работаем. Раз, блядь. Два. Три, блядь. Автомат Калашникова, нахуй. Руки заняты, блядь. Броник, хавка. Те пацаны там в курсах про меня? Да, в курсах, блядь. Ладно, надо отойти туда. Быстренько забрать все, что здесь есть, и отойти куда-нибудь. Вертушка? Ебать, вертушка! В пизду! Вы слышите? Вертушка летит! Или это просто эффект? Это, наверное, просто эффект. Да хуй! Не, эффект, ладно. Бля, она так просто быстро приближалась, я думал, что это настоящая вертушка. Но хотя да, это практически невозможно реализовать на самом-то деле. Еще калашника. Ее до сих пор слышно. Ебать. Давайте сейчас за камешек встанем. Да я их в легкую разъебу. Вот этот калаш.
подсумок. Убираем потом. Блять! Блять! Мне не показалось! Сука, что мне делать? Иди нахуй, кто там оператор? В смысле спать? Тебе скучно, блядь? Прикрой! Он где-то здесь! Бля, у него же не может... Он висит на месте, смотри. Слышь, у тебя же горючка, блядь. Не, он может, наверное, часик провисеть. О боже, о боже. Никого ты не видишь, блядь. Акстись! Кого ты, блядь, там видишь? У меня только КСУ появилась, ты не можешь забрать у меня ее. Вон лопасть. Уебывай нахуй отсюда. Что значит? Давайте вы уебете, парни, блять. Я могу так долго ходить вокруг этого дерева. Сука! Вот это я про вертушку прочитал вообще! Но что-то хуево прочитал. Я подумал, что это на грани невозможного, а она прилетела. Там вояк стоит. Он меня, к слову, не видит. Интересно, если я подойду, он меня вспомнит? Хотя он меня не видел. О, съебалось. Охуеть, сохраниться, блядь. Ребята! Я миллионер! Блядь, чуть по аномалии не прошел. Миллионер. Так, давайте-ка мы быстро зарядим подсумок. Блять, ты смотри, какая цаца, это же Ксюха. Слушайте, ну я чувствую себя теперь гораздо лучше. Я когда-то радовался дробовику вонючему, когда я... Блять, сейчас же там можно засейвиться. Со всем этим добром. Так, только, блять, нигде не встрять сейчас. Потому что я слышу, где-то электро шумит, блять, успеть вернуться. У меня еще бронежилет! У меня еще бронежилет, блять! Я вот что вспомнил. Док! Он, блядь, лучше во всем, чем. О, во... я чистый вояка сейчас. Слышь, отдай бинокль быстро. Видал нахуй какое? Блять, запоминай. Все! Тупо. Блять, а возможно, сейчас я приду, если мне скажет, ты шо, охуел, блять, с военными? Я ж тебе сказал, не надо. А знаете что, господа, его ведь можно выебать, но какой в этом смысл? Вернусь я уже, наверное, сам. Все, что я вам хотел, я, в принципе, показал. Я изначально этот ролик делал только для того, чтобы показать вам, какой прекрасный есть мод, насколько хардкорный и жесткий. И я думаю, я более чем выполнил, да, свою задачу. Собственно, все на этом. С вами был я, Шус. Это только кордон. Я на кордоне умер, блядь, хуй знает сколько раз. Еще неизвестно, что будет там. Спасибо за просмотр. Доброго всем ФПСа. Очень советую попробовать. Всем спасибо, всем пока. Для уважаемых зрителей функционирует магазин ключей для всевозможных игр shoes.pro. За качество отвечаю, господа. А еще, дорогой зритель, мы запустили ураганнейшие футболки с принтами наших персонажей. Все ссылки со всевозможной информацией можно найти в описании под этим видео.